Этот год для анапского казачества был значимым, подчеркнул на встрече с казаками Таманского отдела заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Казаки принимали участие в социальной жизни курорта, в охране общественного порядка, в патриотическом воспитании молодежи. Выработанное правильное решение, которое будет притворяться в жизнь в дальнейшем, глава муниципального образования города курорта Анапы Сергей Павлович Сергеев принимает активное участие в развитии казачества и в поддержке казачества на территории города курорта Анапы. За 2013 год Анапское районное казачье общество пополнилось 145 казаками. На поддержку казачества Анапы было направлено 13 779 тысяч рублей, что позволило увеличить дружину по охране общественного порядка. В уходящем году с участием казаков и дружинников выявлено 10 человек, находящихся в федеральном розыске за совершенные уголовные преступления. Зафиксировано около 9 тысяч административных правонарушений. Рейды по пресечению незаконной миграции и несанкционированной торговли также не обходятся без участия анапских казаков. К участникам совещания обратился председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Он отметил, городской совет гордится тем, что в нем есть депутаты-казаки. Это атаман Анапского районного казачьего общества, атаманы станиц и хуторов. Успехи, они просто так не приходят. Идет очень серьезная, кропотливая работа. И, наверное, самое важное, я бы хотел сказать, в работе, это идет активная работа по воспитанию подрастающего поколения. Меняется наша молодежь, меняется поведение в школах. Наши казачьи классы, они резко отличаются от простых классов, потому что морально-нравственное воспитание, оно дает свои плоды. Свои плоды дает и физическая подготовка казачат. Проверка физической подготовки анапских казачат является спартакиадой Анапского района, проводимая между первичными казачьими обществами, куда входят такие виды спорта, как настольный теннис, дзюдо, ВСК, стрельба из пневматической винтовки, стендовая стрельба, мини-футбол, гири, рукопашный бой. В ходе заседания казаки Таманского отдела утвердили график дежурств в новогодние праздники. Приятным моментом стало награждение казаков от Совета депутатов города-курорта. За активную жизненную позицию и большой вклад в развитие анапского казачества лучшие из лучших были удостоены благодарности. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.